хорошо, что мы избавились от Кэтнэпа. Да, мы крутые. Ребята, а вы помните, что случилось? Кэтнэп напал на Налу и Аврору и усыпил их. Но нас спасла Ярослава. Она даже добыла противогаз. И мы вместе победили Кэтнэпа. Это да, но я была бы не против такого кота в доме. Нала, что за глупости ты говоришь? А что? Я так хорошо выспалась. Можно спать и просто так. Нам же никто не запрещает. Вот именно. Мы звезды канала, у нас работа. А во время работы не поспишь. А тут раз, и тебя даже не разбудит никто. Балда ты, Нала. Не просыпаться, это же страшно. Ой, ну чего вы тут нудите? Пойдемте лучше играть. Вы это слышите? Что слышим? Все тихо. Нет, нет, прислушайтесь. Ой, что это? По-моему, это с улицы. Но здесь никого нет. Может, нам показалось? Ой, кажется, теперь из спальни. Жуть-то какая. А может, это мыши? Нет, на мышей не похоже. Что-то крупное. Надо пойти проверить. Я боюсь, мне вот Кэтнэпа хватило. Шанелька, ты вообще собака. Ты весь дом должна защищать. А я защищаю. Но это не значит, что мне нечего бояться. Не ссорьтесь. Идемте вместе! Точно! Это здесь, за окном! Я ничего не вижу! Может, оно прячется? Как-то плохо прячется! Весь дом слышит! Шанель, иди посмотри! А чего сразу я? Тут все заклеено! Я на подоконник прыгнуть не могу! Я посмотрю! Нала, какая ты смелая. Просто она еще маленькая, вот и не боится. Я очень боюсь. Но вдруг там ничего страшного, и мы все придумали. Верно, неизвестность еще страшнее. Давай, Нала. Ничегошеньки не вижу. Ну шорох-то был? Посмотри внимательнее. Да говорю же, ничего. Мамочки! Что это было? Я не знаю. Похоже на страшную собаку. Только с ней явно что-то не то. Он что, все время будет нас так доставать? Я не знаю. Надо посмотреть еще раз. Не успела разглядеть, что это за тварь. Нала, ты что, с ума сошла? Он же тебя прямо на окне и сожрет. Не сожрет, там стекло. И я выгляну одним глазком прямо из-за двери. К окну не буду подходить. Ну тогда ладно. Хорошо, что вчера еще было холодно, и мы все окна закрыли. Мне кажется, я его где-то видела. Вот-вот, и мне тоже показалось. Где-то это лучше, чем за нашим окном. Я тоже гляну, раз он нам ничего не может сделать. Точно, было что-то похожее. Мультик, что ли? Он, кажется, с котом бегал. Давайте поищем. Ну и как это искать? Котопёс сейчас какой-нибудь вылезет. Аврора, подожди, эта штука в окне чем-то Кэтнэпа напоминает. Точно, Кэтнэп как-то с этим связан. Давайте посмотрим. Вот-вот, точно, это же Дог Дэй, друг Кэтнэпа. Так вот, кого он мне напомнил. Это все, конечно, здорово, но как-то подозрительно тихо стало. Вы не заметили? Ой, мне как-то не по себе. Мы же уже все ходили проверять. Аврора, теперь ты иди. Да блин, а почему я? Все по-честному. А вдруг я с ним столкнусь в
Да нет его там, он не может войти. Ладно, ладно, я иду. Дверь же вроде была открыта. Ух, не нравится мне это. И почему так холодно? Ой, мамочки! Он здесь! Он пробрался! Невозможно, глупые! Для этого надо окно открыть, а они у нас пластиковые. Только изнутри можно открыть. Нала права, и это невозможно. Вы что, даже холода не чувствуете? И правда, как-то похолодало. Да идите сами посмотрите, в конце концов. А я больше с места не сдвинусь. Он здесь. Я не хочу, мне страшно. Наверное, просто Маша плохо прикрыла окно вместо того, чтобы закрыть его на замок. Шанелька, спаси нас. Этот Дог Дэй просто кошмар. Да что я сделаю, он же огромный. Ну ты же собака. Ну вы же должны как-то друг друга понимать. Пока вы тут ссоритесь, он может быть уже совсем близко. Нам надо где-то спрятаться. А куда? Ну я не знаю. Давайте все под плед. Может, он не догадается. Избавиться. Но как? Это же друг Кэтнэпа. Может, он пришел его спасать? Ты посмотри на это чучело. Оно скорее убивать будет. Точно. Думаю, нам все-таки стоит с ним поговорить. Он ведь был добрым. Ключевое слово «был». Блин, я еще так хочу в туалет, но мне страшно туда идти. Здрасте, приехали. И это проблема. Что же делать? Мы пошли все вместе. Да, вы его похитили. Ничего мы его не похищали. И это он на нас напал и усыпил. Это его работа. Он неплохой, просто слишком старается. Мы его поймали и спрятали, чтобы он никому не вредил. Он не будет вредить. Отпустите его. Я тебе не верю. Я тоже сомневаюсь. Вон по Ютубу показывают, что вы оба злодеи. Мы семья и просто стараемся делать как лучше для всех. Это вам так кажется. Прежде чем делать, надо спрашивать. Но ведь и правда, никто никого же не убил. Мы просто уснули. Они такие страшные. Страшный не значит плохой. Обещаю, я просто заберу его домой. Пойдем, я знаю, где Кэтнэп. Ты меня обманываешь. Нет, мы действительно знаем, где он, и мы тебя отведем. Но ты обещаешь никого из нас не обижать. Ха, что за условия? Здесь я главный. Я возьму эту малявку в заложники, чтобы вы меня не обманули. Так нечестно. Верно, а мы кого в заложники возьмем, чтобы ты нас не обманул? У вас в заложниках мой друг. А, ну точно. Если ты нас обидишь, ему не поздоровится. Ладно, идем. Вот он, твой Кэтнэп. Вы меня не обманули. Освободите его теперь. А вы не начнете нас обижать? Нет, я просто заберу его, и мы исчезнем. А в доказательство, что ты нас не обманываешь, верни нам Налу. Так и быть. Выходи, за тобой пришли. Кэтнэп, выходи, пойдем домой. Мы уходим. Не смейте больше брать его в плен. Пусть не нападает на нас и не усыпляет без спросу. Это мы сами решим. Пойдемте домой. Ну хоть не сожрали нас. Они тоже семья. Я бы тоже за вас заступилась в любом случае.
домой.